Погрози підпалити агітаційні намети, провокація до бійки, пошкодження палаток і побиття агітаторів. Передвиборча кампанія у Дніпропетровську щойно почалася, а вже має таку агресивну статистику. 6 вересня атаку на своїх агітаторів зазнала політична партія «Відродження». Інциденти сталися в 5 районах міста, а незадовго до цього у Кривому Розі вийшло розпорядження про демонтаж усіх бігбордів з рекламою партії. Документ підписав міський голова Юрій Вілкул. Випадковий збіг чи боротьба із політичним конкурентом? Що думають про це лідери самої політсили, почуємо зараз у студії Володимир Куцин. Він голова обласної організації партії «Відродження». Добрий вечір. Вот та інформація, яку я тільки що озвучила, ну, достатньо понятна, ну, кратко, в общих чертах. Розказуйте подробніше, що случилось. Ну, то, що касається угроз і тих дій, які предприняті проти палаток партії «Відродження», ну, це просто бандитський безпреділ. Ну как это, в среди бела дня, в центре Днепропетровска, угол проспекта Правды и Калиновой, Новокрымская, на проспекте Кирова, подходят люди к простым волонтерам, простые люди, ну, как сейчас говорят, с противной внешности люди, да. Ну, а по большому счету, это те же тетушки, которые там полтора года назад избивали народ возле облдержадминистрации. К сожалению, конечно, никто из них не наказан, вот в этом есть проблема. И угрожают, режут палатки, значит, женщину просто избили одну. Конечно, это беспредел, это ну, абсолютно ну, неправильные, недемократичные методы борьбы предвыборно. Она только-только началась, и мы уже имеем вот такую как бы, информацию. Это очень плохо. Естественно, что партия «Відродження» отреагировала. Мы как бы обратились во все правоохранительные органы с требованием привлечь, найти виновных и привлечь их к ответственности. Но насколько будут эти меры эффективны, ну, подождем несколько дней. Верите в то, что вот найдут? Если честно, то не очень сильно верю, потому что полтора года или уже больше против, после событий возле облдержадминистрации, это ранней весной 2014 года. Об этом очень много говорилось, и были суды, но никого не привлекли, к сожалению. А есть у вас какие-то предположения, это только вот с вами или только с вашей политической силой, или это, я не знаю, может быть, вам известны какие-то другие факты? Пока мне других фактов неизвестно. Я могу сказать, почему это, потому что, конечно, опасаются нашей силы, политической нашей партии «Відродження», потому что она набирает очень большие обороты на Днепропетровщине и пользуется большой поддержкой населения, причем практически всех слоев, и молодежи, и пожилых людей. Поэтому это боязнь конкуренции. А поскольку ничего умнее, никаких действий, чтобы реально показать какие-то дела, то, что показывает партия «Відродження», у них нету, вот они прибегают вот к таким просто бандитским методам, другого слова не подберут. Я же не могу не спросить, ну, кого вы считаете своими главными конкурентами, соответственно, кто это мог делать? Я вам скажу, кто бы конкурентом ни был, я никого не боюсь. Да, вот, кстати, вот эти действия, это еще и на запугивание волонтерского корпуса нашего, очень мощного, кстати, в Днепропетровской области. Знаете, там же есть и женщины, и есть и немолодые люди, к ним подходят с ножом, что они там им говорят, можно только предполагать, и что эти люди, это же люди, по большому счету, те, которые исполнители, я не говорю о заказчиках, это исполнители, это, ну, не хотелось бы, так сказать, здесь таким, такой лексикой выражаться, но, тем не менее, это люди, ну, которых одна извилина в голове, и та поперек. Да, я с этими людьми часто встречался, мне приходилось это делать в своей жизни. А вот что касается заказчиков, ну, знаете, не пойманный не вор, а у нас же презумпция невиновности, мы сегодня все юридически грамотные и подкованы, можно предполагать. Конечно, есть наверняка такая политическая сила, которая боится прямого честного соперничества, и вот обращается к таким, ну, опять же говорю, ну, подождем действий правоохранительных органов. Может быть, они определят и скажут. Называть не хотите? Но очень сильно сомневаюсь, если так. Называть не хотите? Ну, как бы, не могу сказать. Я ж за руку никого не поймал, и никто никого не задержал. Какие-то ваши сегодняшние методы, они теперь изменятся в связи с подобными случаями? Я не знаю, какую-то политику ведения политической агитации вы собираетесь менять? Они изменятся. Они изменятся. Они станут более активными просто. Просто если было 5 палаток, значит будет завтра 25 палаток, а послезавтра 250. Потому что к нам приходят люди реально, к нам люди тянутся,
люди видят результаты и не прямых, не пустых обещаний, и не каких-то тетушек там, которые приходят в спортивном костюме и с бейсбольными битами, а видят нормальных, интеллигентных людей, которые работают главврачами больниц, которые работают директорами школ, которые работают руководителями предприятий, за которыми идут люди, за которыми есть конкретные сделанные дела и есть результаты. Поэтому выбирать будут люди. Я надеюсь, что они сделают правильный выбор, в том числе и относительно партии «Відродження». А люди-то не боятся вам помогать? Получается, что это опасно. К сожалению, вот эта акция, она, конечно, и предпринята с целью, прежде всего, запугать. Ну, от того, что порезали там палатку, материальный ущерб, скажем так, наверное, небольшой. Но это делается для того, чтобы запугать. Конечно, мы проведем соответствующую работу. Еще раз говорю, по каждому случаю мы обратились, и эту работу будем усиливать с правоохранительными органами. Угу. Вот. Дойдем до Генеральной прокуратуры. Дойдем до министра внутренних дел, но мы этот вопрос обязательно решим. И виновных найдут, и они будут привлечены к ответственности. Это так, я вам обещаю. И вот эта информация с рекламными щитами в Кривом Роге, действительно убрали вашу рекламу? Вы знаете, это не, ну, как бы несколько, наверное, другая тема, да, потому что есть официальное решение, подписанное мэром Кривого Рога. Ну, знаете, ну, неприятно мне это очень. Вот, потому что вот это другая плоскость политической борьбы. То есть опять давление, боязнь конкуренции. Кривой Рог — это как бы отдельное, ну нельзя это назвать это отдельным государством, но там во многом менталитет граждан отличается от менталитета в Днепропетровске, менталитета в Никополе, а я живу и работаю в Никополе много лет. Конечно, очень неприятно, что на это пошел нынешний мэр. В принципе, мой коллега, так как я доктор технических наук, Юрий Григорьевич, которого я очень хорошо знаю. Вы можете поговорить с коллегой? Да. Наверное, надо и поговорить, потому что, в общем-то, конечно, это случай такой неприятный, он абсолютно незаконный. Мы тоже все это, конечно, обратимся в суд и будем это все протестовывать. А, в принципе, боязнь борьбы. А все очень просто, потому что кандидатом в мэры города Кривого Рога от партии «Відродження» идет молодой, перспективный человек, молодой. Это Костя Караманец, потому что билборды там его, там моих билбордов нету. Вот, идет Костя, Костя идет кандидатом в мэры Кривого Рога. Вот это боязнь, я не знаю, кто там пойдет от оппозиционного блока или от другой какой-то силы, но Костя имеет там прекрасную перспективу. Костя спортсмен, Костя помогает спортсменам, Костя помогает ветеранам и всем другим. То есть он нормальный, современный молодой человек. Вот такого боятся, они не хотят такого видеть. Ну, вы считаете, на ваши рейтинги в Кривом Роге, в частности, не повлияют такие? Я думаю, что рейтинг повысится значительно. Рейтинг повысится. Я думаю, что только там. Значительно причем. Ну и коротко ваш прогноз, вот коль начало такое, начало предвыборной кампании такое, какое оно будет? Вот у нас полтора месяца впереди. Вы знаете, наша сила и партия, в которой имею честь руководить Днепропетровской области, мы призываем за честную борьбу. И я хочу сказать, что нигде, ни в одном регионе мы чернить своих конкурентов и соперников не будем. Поэтому я обращаюсь ко всем руководителям других структур, давайте работать честно, давайте работать по закону. Давайте конкурировать делами, а не тетушками, бейсбольными битами и решениями исполкомов о как бы ликвидации абсолютно честных и законных билбордов. Ну что, исполнение ваших желаний. Пусть спасибо будет вам борьба большое. Честная, потому что все мы удачи будем всем это нам. Наблюдать. Слава «Відродженню», слава Украине. Спасибо вам за участие в нашей программе. Я еще раз дякую нашему гостю Володимир Куцін, голова Дніпропетровської обласної організації партії «Відродження». І ми рухаємося далі.